Жители одного из поселков Рязанской области добиваются утилизации склада с опасными ядохимикатами. Он находится на территории бывшего колхоза, который несколько лет назад выкупил предприниматель из Москвы. Амбар с дырявой крышей заполнен мешками и бочками с пестицидами. Их произвели еще в советское время. Емкости почти полностью проржавели, токсичные вещества высыпаются и попадают в почву. Во всей округе распространяется едкий запах. Владелец земли открещивается от колхозного наследия. Хозяин сказал, склад не мой, я что я буду с ним делать? Может быть, там бомба лежит или наркота, я зачем туда пойду? Впрочем, в администрации поселения считают, что утилизацией должен заниматься именно владелец земли. По документам склад находится на принадлежащей ему территории. Это значит, что ядохимикаты нужно вывести на специально отведенный полигон в железобетонные емкости. Однако, кто должен провести все эти работы, пока так и не ясно.